это победа для него, уже третья подобная по счету. Дробильщик дробильно-обогатительной фабрики сульфидных руд рудообогатительной фабрики ГОП ММК Ильгам Хисматов вновь стал лучшим молодым рабочим в конкурсе профмастерства. За отзывчивость и легкий характер его уважают друзья, за высокий профессионализм ценят руководители. Вот уже в течение 2 лет молодому специалисту доверяют исполнение обязанностей мастера участка. Евгения Салахудинова встретилась с передовиком производства. Это дробильно-обогатительная фабрика сульфидных руд, один из 4 участков рудообогатительной фабрики горно-обогатительного производства ПАО ММК. Именно здесь трудится молодой специалист Ильгам Хисматов. И именно здесь, как рассказывает сам специалист, он чувствует себя на своем месте. Среди должностных обязанностей дробильщика – наблюдение за технологической операцией, контроль параметров работы дробилки. Данная работа, как бы, считается сложной, ответственной, потому что, как бы, если допустить ошибки, то это может привести к долгосрочным простоям. Работа очень интересная, занимательная, требует серьезных физических подготовки и, как бы, знаний в этой области. На наших глазах сейчас происходит кантовка руды. Таких составов сырьем на участок Ильгама Азаматовича только за смену приходит порядка 15. В каждом дубкаре 90 тонн. После того, как руда загружается в бункера, она дробится до мелкой фракции. Пройдя сухую и мокрую сепарацию, избавляется от части пустой породы. На выходе получается продукт с содержанием железа не ниже 61%. О технологическом процессе, который происходит на участке, молодой специалист знает абсолютно все. Говорит, ему это по-настоящему интересно, ведь он всегда хотел работать на большом производстве. С детства мечтал работать на комбинате. Как бы получилось так, что взяли меня именно вот в рудообогатительную фабрику. Пришел я сначала грохотовщиком, через определенный промежуток времени перевелся на сепараторщики, потом на конусные дробилки перевелся дробильщиком. И последние 3 года работаю на щековых дробилках. Коллеги и руководители отмечают, Ильгам Хисматов – настоящий профессионал своего дела. Да и человек хороший, всегда подскажет, если необходимо, поможет, если потребуется. С Ильгамом Азаматовичем работаем с 2012 года. За это время зарекомендовал себя как целеустремленный, ответственный работник. Последние 2 года исполняет обязанности мастера на участке. Ну и в перспективе рассматриваем его на назначение на должность мастера участка. Ильгам Хисматов по итогам прошлого года стал лучшим молодым рабочим по профессии дробильщик. Рассказывает, для него это уже 3-я подобная победа. Плюс ко всему, есть в его копилке наград, бронза и серебро этого конкурса. Ильгам Азаматович уверен, каждый специалист должен постоянно учиться чему-то новому, расти профессионально. К своему предстоящему назначению на должность мастера, признается, уже готов. Конечно, ответственность это прибавится, потому что когда ты работаешь непосредственно дробильщиком, то ты отвечаешь только за себя и, как бы, за свою работу. Когда ты уже непосредственно руководитель бригады, то есть у тебя уже ответственность идет не только за себя, но и за весь коллектив и за весь участок в полном. Вы готовы к этой ответственности? Если бы я к этому был бы не готов, я бы на это не пошел. Евгения Салахудинова, Денис Иванов, телекомпания ТВ-Ин.